Где? Войн, у тебя остался рекаунт Саурфанта? Нет, это один сел. У кого есть скриншот, скиньте, пожалуйста, в охладилку. Нормальная практика. Саурфанта, прошу скинуть рекаунт. По поводу других, они сами в своем, в своих делах разберутся. По поводу меня, я тебе сразу говорю. Блять, чё за хуйня? Я прихожу вроде, да, играю, блять, вроде не косячу, нахуй, ничего. А тут приходит какой-то, допустим, еблан, блять, сидит рейди, нахуй, он чуть-чуть не на каждом боссе умирает, но при этом, блять, и ни ОП, ни ГП не улетает, нихуя. Я должен за него сидеть? Дамажа чё-то? Блять, на каждом боссе, нахуй, кто-то отлетает, давай. Поговоришь со мной и внесешь конкретику, кто там что делает не так. Надо только разграничивать людей, кто именно опытный, а кто вообще тактик не знает. Именно ХП отдашь классно. Следующий. Давай, Гимна. Да-да. Налево идем. Сняли ловушки слева. Снял. Хорошо. Кто с замены там готов рейд идти? После тухлого и гнилого. Вадим Паладин, а я тебе спамлю что-то в ВЛС? Рыбу поставил? Сам спекаюсь, это обратно. Идите на тухлого уже быстрее. Вот, а ты мне спамишь. Замены только нямка отписал на твинке. Кто-то в рейд желает? Мет ставить не буду, сами смотрите. Лево-вправо в РГД выносите, а одно подмедите. После гнилого нужен будет человек в рейд. Сейчас. Меня закинешь. Хорошо. Ты чек на готовность? Все готовы? Па, чё ты гуляешь? Класс. Смерть до пула. Три пуля. Только будьте осторожны, не такое уж оно и обычное. Во-первых, кто с пулей? Смерть. Войд поднимешь. Поднял. Столок. Бафов на мгновенный не вижу до сих пор, ни кулака, ни каски, паладин. На мне. Вынесите крест. Крест вынеси.
Только будьте осторожны, не такое уж оно и обычное. Квадрат вниз. Веру дали. Стоунти моба. Танк. Какого? Квадчерит поставил. Надо под споры сбегаться, уж добивайте босса. Сколько у нас смерть при пуле? 250? Молодец, что оставил столько... А может 250? Будь, ты начитаешь ЕПшку? За предыдущего босса, за этого? Сейчас. С распыл тебя, да? Да. Вот это ты мне все кидаешь на распыл, что никому не нужно. Но... Передалось там тебе? Да-да-да. А, кровь. Кровь кому нужна? Вадим Паладин, на этом боссе ты водишь мобов. Там же Вага хотел врать, по-моему, я? Да он после тухлого уходит, после гнилого Вадим уходит. Уезжает. Да, ну... Быстрее добегайте. Чтобы ее взять, надо квест. В следующий раз возьмешь. Так рыба у всех есть, кроме мгновенной. Потом поставлю. Все готовы. По отчету. Все здесь уже. ДД рейндж набрали. Отличные новости, народ. Я починил трубы для подачи ядовитой слизи. Да, вот сами под босс. Отличные новости, народ. Слизь потекла. Липочка, вонючка. Змеи зоны можно попросить человека выйти с малым сосудком ко мне? Давай сведем. Понял. Забирай большого. Лужу ты, не беги. Я
для подачи ядовитой слизи. РДД маленьких сведить. Не надо уже, не надо. Да. За взрывом следим. Там 300 пока. Отличные новости. Большой вред. Я починил трубы для подачи ядовитой слизи. Липучка, вонючка. Отличные новости, народ! Слизь снова потекла! Липучка, вонючка! Два человека от непрохилонного. Ужасные новости, народ. Гниломорт сдох. Но есть и отличные новости. Он оставил море слизи. Идем на свет, принц. Вага, это ты вот этот плащ хотел? Да я поэт. Потрясающе. Че, это плащ нормально, Вага, на хосту, который падает с этого? Вага, блядь. У кого остался рекаунт Сорка? Мне он нужен, чтобы узнать, кто пойдет на Джайну в ДВ-составе из новичков. Скиньте, пожалуйста, посмотрите и скиньте в ДС скриншот. КВ на Валю. Ой, сейчас на Валю, блядь. На Ламотель. Джайна на этом КД будет жесткая, не такая, как раньше. Мне обязательно надо знать, кто там может что-то показать. Сколько нет? Сколок есть, Дарк Синькова. Просто сова 31 тысяча, нет твоя. Дебря. Так, Вадим, ты уходишь, да? Давайте я зайду. Давай, сейчас, погоди, не ливай. Гулять по этому или нет? Три босса 600, да? Тёпыш. Может, Валик убьем? Вага, тебя закинул. Сотная рекаунт и сразу в топ. Ты меня закинь вместо Ваги, пускай. А, он просился. Ну, закинул тебя. А меня куда? Чё за дела? Я не знаю. Хорошо, я на Лунатель. Не откажусь зайти. А-а-а. Заходи, у нас тут квест как раз есть. Давай, замести меня как раз. Редвар, если там найдешь, я буду рад именно не тому, что вы мне линкуете прейд. Я это сейчас посмотрю, а завтра забуду. У меня нету. Там... У кого есть, скиньте именно скриншот. Именно всех позиций. Они до 9. Ч
что там, Фисяо уступает чипсам, да? Ну давай, протуйся. Это 600 ЕП за всех боссов, которых прошли, да? Ну, первых там... Этот... Ребро и леди 400, потом еще 600. На кого? На багу, багушку 4. Вага, ты вместо Редвара пойдешь? Ну, сами смотрите, как... Мне просто на лану зайти. Неплохо было. Спасибо, Чернов. Здорово! Ну, тут КВ на лану. Суманьте человека. Вага, ты пойдешь в рейд или нет? Я же сказал, я не против. Мне надо зайти на лану и ролить его на офспек. Если еще кому-то не нужен, сейчас пишите, мы быстро сделаем. До встречи. Ты ради щита, что ли, туда идешь? Конечно. А у тебя же щит вроде был, нет? Нет, конечно. Его в раз последний раз, он с того момента вообще перестал падать. А, бери квест, мы пошли бить. Луцинь, агри трэш. Мы не выводим? Да. Прям туда? Зачем вы? Нет, туда, сидели? туда заходи, прям туда заходи. Пошли. Окей. Дайте кулак и пристабав. Лапку дал. Где у нас, кстати, кровавый обзор? Не наблюдая его в последнее время. Контроллеры наверх, все остальные внизу. Свое усмотрение раздавайте. Гуляй, гуляй, гуляй. Всех за контроль, любите тактику. Потом вот этого, который ближе всех стоит, собирается. Сберете еще контроль. Разберемся, кто он стрелял. Можем браску спекнуть у нас в танка, а в неле оставить в рейтинге. Я меньше всех даю ДПС, я потанчу. Хорошо. Значит, Луцин будет такой. Я набрал их Луцин. Ты чё, одного подержал? Не, я не люблю одного мишка держать. Сам подержи. Я тоже не люблю. Другой раз. В следующем день. Дадите себе подальше контроллера, выйдите. Пап. Паладин, бабку верните. После тактики ее залейте. После двух тактик. Особое внимание, лейтенант хочет убить Далака. Таунтите. Далак вроде не будет.
Блять, ну вы чё? Все, окей. Давайте посмотрим. Убьете, поднимайте его. Ягорь. Поднимайте, поднимайте. Ой, там БОЕшка, забери. Второго лейтенанта, законтрольте. Вы меня поднимите. Где закинул? Особое внимание к РДД на этом бойсе. Упадет хоть одна сфера, всем РДД на число посольства. Без исключения. Глупые смертные. Думали, что одолели нас. Сан Лейн, непобедимые воины короля Лича. Рыбу сейчас поставлю. Наши силы едины. Кушайте. Баф обновляйте. И уничтожьте наших врагов. Танки разобрались? Да, я на двоих боссах. Хорошо. Чек на баф и на готовность. На полную. Все готовы? Распределились? Встали? Даю отчет. Старайтесь меньше бегать. На пул Войда. РДД, можете занять сцену? А то сейчас там будет падать сфера, вы не будете дотягиваться. Разбежались. Сфера падает. Больше анонс не буду, сами смотрите, крутите головы. Еру бы дать. Ладно, его же надо было мне. Далок, стой на месте, это 15 так. Филис это умеет подпевать, тебе подпевайте. Да это шоу. Прольется кровь.
килл рейда. Бежали. Ахилл. Им на хп. Еба. Им на хп. Дай. Медведаёж, подними Ваниэля. Баф сразу же по нему дали. Аркис тебя по осколку предупредит. Че за рофл? Че у меня разлетаются яды? Выйдет. Ману, резать его. Ой, я надеюсь, что ты там за всех боссов начисляешь. Господи. Я до гнилого начислил. А че с профом проблемы? Какие-то чем пропустили его? Ваниэль, в чем проблема с темницей тьмы? Ну, Луцинь, меня откинуло, да, типа, я побежал, и меня не прохилили. Еще раз? А зачем тебе надо было прохиливать, если на тебе дохрена стаков? Ты первый. Если у тебя 11 стаков. Наверное, не знаю. А кто тебя прохилит под 11 стаками? Ну, по 20 хилили, ничего нормального. Ну, а тебя, когда откидывает, ты урон не получаешь? Получу. И на тебе 11 стаков. Кто тебя прохилит? Коли паладин, когда он в другом конце комнаты стоит? Я же говорил, не агрить, вы чем слушаете, блядь? У нас Холли Паладин один только хилит, что ли? Так Холли Паладин тебя может по максимуму поднять быстро. Не обязательно. А кто ДЦ? На распыл все, да и короче. Наручи и шапка, смотрите, у япончика есть что. На распыл, да. Осколок был? Вау, на уши ману больше, чем у меня критует. Пошли дальше. Дима, лава, сколько у тебя крита? Рублей 20. Так же, как у меня. Только у меня хиловский шмот. Япончик. Да. Кинетика одна упала, да? Нет, ты ГП писал. Схуяли. Троян. Надо бомбаму нажимать. Одна, я так понимаю, упала еще сфера, да? Хорошо. Блять, на стаках себе столько много стаков, нахуй, бегать. Ты конченый, блять, меня кинуло, нахуй. И просить еще, блять, хилов, нахуй, чтобы тебя просили, охуенно. Блять, какой ты еблан все-таки. Куда мне до тебя, блядь, долбоеба, нахуй? В личку перепал, либо мута бы заебали. Мне кажется, что РЛ разберется, кому надо ГП давать, кому нет. Сейчас получат все РДДшники по соточку. Если вам упало. Ой, посмотри на стриме. На одной не падал. Не, никогда сейчас. Я и не начислял пока что. Я прошу Вайда посмотреть на стриме, чтобы убедиться, что она упала. Я сейчас это не буду делать. Идет запись, это надо ее остановить. Я раньше... Если бы упала сфера, всех бы миликов, всех кастеров, всех откинуло бы. Такого нет. Я тоже этого не видел, поэтому и прошу проверить.
Мас диспел по мышке. По идее успеваем профа убить. Может даже синдром. Посмотрим. Рыбу ставлю. Ешьте и принимайте сразу. Войд с Луцинем идут вперед. Луцин держит босса. Войд копит. Энджи, что такое? Пистобах. Сейчас да. Смотрите, сейвов от танка на рейд нету. Там две взлетки, смотрите, захилите. Комнате распределитесь. Даю отчет на пол. Танки пошли. Это было неразумное решение. Я на пуле в личку не отвечаю, да, позже. За укусами следите 3 секунды. Надо, я ему сейчас антифир дал. Дал антифир. Кому инорог дать? Япончик. Прожимайтесь. Спасибо за вино. Даю гимн на хп. Чехова не прохили. Поднимите свободный БР любой, отдайте. Все, Энджи поднимает. У нас 3 укуса, 4. А он еще 20 секунд, можно сделать.
кусайте 3 секунды. И давайте геру. Задали геру. А? Антифир. Эл-рей. Эл-рей, антифир. Нормально, я не добивайте на взлетке только. Мы это не добьем. Начинаем представление. Ты его там проживете. Им на ХП. Отдай, классная. Дай. Много у нас ДПС, даже с одной звездой не успеваем. Обычно за одну звезду не успеваем. Идите, сдавайте квест. Идите все на Валю. Сейчас захилим ее. Щит выпал в ага. Фарту мастер. Танки сегодня просто фартуют. Да, сегодня рейды для танков. Че, тебе вага отдавать, да? Окей, на ролл. Нет, типа на офспек. На мэй не надо никому это? Нет. За что ты мне ГП дал, блять, я не пойму. Я говорю. Обсуждайте, пожалуйста, после рейда. Блять, Мак, че это за хуйня вообще, блять? Очень хорошая практика спорить свое ГП после РТ, а не во время. Я свой в арбитре уступаю Азику, ему там что-то надо. Защитник надо кому? Геровский завоеватель. Давай пока. Здорово, подыщи. Если там Вольфс. Если Вольфс на мейн, то передай ему. Нет, на офф. На офф, ну ладно. Выманите их сюда, и мы вам поможем. Сейчас подбегу. Ну, первую пачку можешь рваться, в принципе, от прожимки. Да, вот, заходи. Тебя ждем, начинаем чистить комнату. Прохиливайте. Давай теперь берса. Просто отец с Вульфсером запилите вдвоем. Если он не пройдет, так это. Вульфсер, парируй. Я думаю, он понял, как их собирать. Пока раз я так понял, он ни разу не собрал за это. Но лучше, конечно, кого-нибудь будет ответить. Неужели вам Петя нужен человек? Быстрее будет. Не надо третьего, поем хилить. Сколько
помню, там, чем больше человек под этим дебафом, тем он слабее. Еще ближе подойдите под крутилку, чтобы вообще всех пошотало. Окей. Слушайте, командир Элла. Не подходите. Ты должен был бороться со злом, а не привыкать к нему. Ты был мне как брат. А потом ты сделал спектротовара. КПЛ был мне как брат. Ладно, держи эту курицу, а я мелких подержу. Так и будет. Сейчас прибудет ее подкрепление. А вообще, и тех тоже держи, пойду квест дам. Ну пусть на пулю. Ну они там придут, видишь, красненькие такие. А тут шипы забагали. Вон там два моба идут. На пульте их на луксе нет. А потом мы покончим с ней. Соединитесь ко мне в этом упоении с смертью. Нормально, по пути все дела сделал. Добрый день. Не бейте ее, хилите. Я слева. Мальчики, не расходитесь, мальчики и девочки, не расходитесь, пожалуйста. Нужно будет сделать... Мы помним, Полин. Спасибо. Чего надо будет сделать? Второклад. После РТ убиваем босса, короче говоря. Мазда ЕПМ. Не заходите в комнату, не заходите в комнату, не заходите. Теперь заходите. Никто же не спекался. Рыбу ставлю. Ману восстанавливайте себе еще 3 человека. Батинок. 3 человека без еды. Дайте еще один. Шкаф. Хорош. Азика сумнуть надо, шкаф. Че там? ДЦ и друид рейд захилят? Вдвоем, я так думаю. Захилят, да? Должны. Ну, 2 шамана и хульпал тогда будет, да. Или там еще шаманы есть, можно спекнуть. Или не надо? Ну, если лишнего урона не будут получать, то в принципе захилят. Вдвоем они должны справиться вполне себе. Не, я думаю, пускай типа, вдвоем. 3 в портал идти. Не надо 3 портала. А кто не идет в портал тогда? Идет хилить Валю, только Вульфса, просто отец. Ладно. Айзек. Вульфсер, он на прошлом КД все объяснили, он должен знать, что нужно делать. Я извиняюсь, а кольцо с Вальки надо кому-нибудь? Ты кто? Клодбон, зачет. Айзек, тебе кольцо надо? Ты к ним тебе носом отчего стоите? Кольцо кому надо? Что-то ему не принимает, а вот он. А чё чё молчат? Делаю крайний чек. Айзен. Все готовы? Арсия. Все, что нужно. Mm-hmm.
Норси, ответь, пожалуйста, что нужно? Все, пуляйте, босса. Чужаки ворвались во внутренние покои. Уничтожьте светлого дракона. Господь разрешил нам. Слева жирно. Я вижу. Жирно всегда последним заливайте. Значит, старайтесь его последним заливать. И ешку сразу же раскидывайте. Хромой. Справа хромой. Разгром. Разгром. В обратную полетим. Просто отец, как накопишь нужное количество стаков, сам дашь бюро. Сильнее поднимите. Один иннер по ДЦ. Спасибо. Классно, следующий гимн на ману на тебе. Энджи поднимел Рея. Сейчас зайдем, пару возьмем, пока. Ко мне. Герои, еще немного. Рэй, тебя прохилить не успели или что? Один или два там. Стой, не, я живой, я бью. Помогайте хилками, маленькие ходки. Кидайте на Валю. Как раз под герой. Опять лоу уровень.
Чуваки на хп не сдали. Под хилов. Здорово. Он же увеличивает входящий хил. Разгром справа. Войда. Сколько там, 1.5 ляма, да? Хиливаете. Разгром. Так, на сегодня по РТ это у нас последний босс. Никто не расходится. Сейчас все идем в полном составе убивать вторую птицу. А комнату? И пышку получите. Получается 600 еще за боссом осталось, 3 босса. Да, совет и один вальш. 5 комнату, а потом уже на хак. Иначе нам завтра придется опять чистить это. Нет, комнату там мы откроем. 1% хирть уже. Идем комнату открывать. Какие ботиночки хорошие. Сегодня что, блядь, рейд танков, что ли? Да. А еще синдрыба клык упал точно. Не упоминай это в суе. Это что, на мейн ему отдавать? Что, вот это косарь, пуха, вот эту азику? Или что, или как? Косарь? Нет, нет, за пол гп. Пол гп это 380, да? Да. Нет, подожди, сколько она у тебя идет? Там косарь 100 с чем-то и 380. 389, значит. А почему так вопрос? Потому что у нас уже эти пухи за такое количество хп не идут. У нас такое количество хп начисляется же только с джайна, если... За топовые пухи такое количество хп начисляем 2 косаря. Ты что, 1000... О, там 1167? Нет. Это оффхенд роговский, какие 1167, вы о чем? Нет, оффхенд у Роги это, по-моему, арбалет и вот метатель. Ой, тебя только ждем, спускайся. Роговский оффхенд это левая рука, за нее начисляется всегда второе число. Также пара, арбалет тоже начисляется по второму числу. Хант лутает полное ГП за арбалет и второе число за древковое. Заходим в комнату. Все заходим. Интересно, но вар при этом лутает ветлухи нормально. Вар лутает мейн хэнд за полную сумму, как допустим, а глору или цветение за второе число, как за оффхэнд. Ну за половину, короче, глору лутает, правильно? Если тут глора у тебя в левой руке, то половина. Если цветение, то за него половина. Если у тебя да, нет шерена, свести в центр нормально. Соответственно, за цветение полное ГП,
на двор половина. А за шлемку, кстати, дается ли? Конечно, дается. А, именно вот которая варовская, да? Обязательно. Сколько там дается? Если она собирается в гильдтрейде, то дается. Смотри, если ты берешь все осколки в гильдтрейде, ты получаешь полную стоимость. Если ты это собирал все с пугами, то зачем тебе ГП давать? А, то есть там по осколкам считается, и сколько за осколок дается? Пианист это считал очень странно, потому что у меня была первая шлемка в гильдии, мне дали 2000. Другим ребятам давали по 1800. И тебе праздничную просто дали. Ну смотри, типа на Милика там за осколок он считал по сотке. А для РДДшников он разбивал, типа... То есть смотри, сразу же тебя перебью. Трость разбиваешь 800. То есть я за шлем должен был получить 5000 ГП? Да. Вообще-то это не так. Собирая себе шлем на офе, я получал первое значение, это 3751. Круто. И это как бы очень большие цифры. Нет, слушайте, сделали это после того, как мне двушку дали 1800, ну хер с ним, пускай так и остается. Соответственно, РДДшная шемка тоже 1800, пускай будет. Ну, видимо... А на ней разве нету надписи? Сколько она стоит? Есть. Только что озвучил. 3751. Сделали почему-то мне двушку 1800. Ну, раз сделали, остается как бы хер с ним. Единственный, кто у нас не полутал ГП за ШМ собранный, скорее всего, полностью в гильдейских рейд, это пианист на своего ДК. Из-за этого у нас два человека с гильдии ливнуло уже. А можно поинтересоваться, пианист вообще здесь, он играет? Здесь его больше не будет никогда. Бывший ГМ гильдии, его больше здесь нет. И не будет. Ну, он гильдии тоже не создавал. Это гильда инста. Вообще это гильдия Дагона, да, Дагон. А потом инста. И уже только потом она имеет отношение к пианисту. Ну Дагон, он то ли сам ливнул, то ли пол гильдии покикал сначала по пьяни. Да, он сбухал. Это очень давние времена. Это очень, ребята, давно было. Да. До динозавров, получается. Да. Сидите в центр. Я даже не знаю, это два с чем-то лет, два года назад, наверное, чуть больше. Слишком лет назад. Это очень давно было. 2 миллиарда лет назад, да? Ну да, динозавры. Тогда еще вселенной не было. Бульончик был. Самановский бульончик был. С микроорганизмами всякими, да, да. Микроорганизмы. Да, ты застал же, да, Дагона? Я надеюсь, Вага, ты не напьешься, блядь, не покипишь потом всех людей. Если я пью, у меня башка никуда не уезжает. Ага, блядь. Ну, а ты... Вага, ты в гильду пришел, когда Дагон был ГМом? Дагон, я знаю вообще, с РБК с ним ходили туда вдвоем голые, не... Так, ребят, мага нету. И что? А, ну мы еще этот трэш будем чистить. Мага нету, потом камушка будет. Зачем это? Активируйте портал Синдры, почистите комнату. Просто комнату почистили, активировали портал, все, рейдовер. Все, рейдовер. ЕП есть. Идем к порталу, с кем там оспаривать надо? С тем, кто начислял. Ты за сотку, что набрал 11 стаков, получил урон от отталкивания, пошел 12